С вами канал Art Mania. И снимаю обзор вам на улице. Вот у меня здесь улица после дождя. Так у нас красиво. Это вы можете обзор, кстати, дачи моей посмотреть еще. Снимаю тут на лавочке, в тишине, с пением птиц. Вам обзор на мороженку. Мороженка у нас с вами чистая линия. Вот такая вот детская. Лапочки на палочке. Мороженое трехслойное, пломбир, ваниль. Вот он. Вот так выглядит. Продают у нас его в деревенском магазине. Вот цену сказать, кстати, не могу, не посмотрела. Давайте посмотрим со всех сторон его. К сожалению, я не дома. Дома под камерой, конечно, я вам сделала более качественный обзор. Ну, тот такой, к сожалению. Так, состав. Молоко сгущенное, коровье, сахар. А, кстати, состав довольно хороший такой. Ну, тут, в принципе, тоже, что здесь? Экстракт водоросли, морковки. Свеклы. Давайте его откроем. Камера. Ой, господи, камера. Это лавка мокрая. Ой. Открыть его. Так он выглядит. Сейчас мы его достанем. А, с этой стороны. С этой стороны лучше. И, по-моему, как раз дождь пошел. На такой, кстати, тоненькой палочке. У него здесь глазки, носик даже. С той стороны не очень. Сейчас буду пробовать. На вкус просто мороженое, сладенькое, обычное мороженое. Каких-то там вкусов, по-моему, особо не было, да? Сейчас еще попробуем. Нет, просто вкус мороженого, самого-самого обычного. Просто мороженое нежно-сладкое. Немножко холодное, хотя из морозилки было только что достато. Достало. Вот. Но очень, кстати, вкусное такое, прям нежное. Просто мороженое. Как вот бывает белый пломбир. Вот то же самое. Просто мороженое и все. Желтый мне казалось, что может будет там дыня какая-нибудь, как в прошлый раз у нас с вами. Но нет. Сейчас попробую с этой стороны. Может, тут что-нибудь особенное будет. Нет, просто мороженое. Просто сладкое мороженое, разноцветное. Ну, по составу, кстати, мне оно очень понравилось. Мне кажется, его можно покупать ребенку, потому что состав натуральный. Состав действительно хороший. Там птицы летят. Вот, мне понравилось оно. Ну, цену, конечно, надо узнать. Если цена высокая, то должно быть натуральное. Если нет, значит, может быть, что-то еще добавили, но не написали, как это обычно у нас бывает. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Пишите ваши отзывы, комментарии. Смотрите другие ролики, наши влоги, путешествия, обзоры на технику, на продукты другие. И всем пока-пока.